Всем привет и добро пожаловать в Кират! С вами Турбоёжик, и мы продолжаем проходить Far Cry 4. В общем, наш герой приехал в эти заснеженные горы, оказывается, в этой баночке, которую он сюда вез, прах матери. Спасибо чувакам, которые писали в комментариях, я теперь буду знать. Ну погнали, заходим, наверное, к Сабалу. И посмотрим, что он нам даст и что предложит. Дайте ему морфия! И заткните херово радио! Так, а что это за мужик раненый? Он упал. Упал? Пейган засрал весь эфир своим унылым бредом. Сколько можно? Я послал парня на колокольню вырубить передатчики и прервать трансляцию. Но... Охренеть! Могу помочь. Неплохо, брат. Охраны там нет, но влезть непросто. Понял. Давай без падений. Лады. Ёжики учатся летать, да? Попробую. Ясненько. Сейчас даст задание вырубить передатчики. Ладушки. Погнали. Пропагандистская машина называется эта миссия. Доберитесь до колокольни. Ну что, погнали. Вон я вижу, наверное, там колокольня. Нам нужно до нее добраться. И этот чувак хотел на нее залезть, но у него не получилось, он упал. Вот так вот. Такс, и как нам... Не понял, такс. Намасте. Намасте, братан. Мир процветания. Погнали. По этой хрени спустимся. Уии! Классно. Слушайте, здесь параплана-то нету, случайно. Я полетал бы. Главное не шлепнуться, иначе будет ежиная лепешка. Готово. Опа, а теперь поехали на квадрике. Класс, мне нравится здешняя обстановочка. Управление транспортом. Да я знаю все, народ. Я же проходил по краешку третий. Это я-то тоже знаю. Назад. Погнали. Вы слышите перестрелку? А кто это? Кто это стреляет? Я так понял, эта земля полностью принадлежит Пейгану Мину, и его люди здесь повсюду, просто-напросто. Так, нам кто-то сюда. Именно с ними мы и будем и воевать на протяжении всей нашей истории. Так, где-то здесь должен быть подъем. Угу, вот он. Добрались. Так, выходим. Мне бы, конечно, сумочку сделал, чтобы пушку таскать. Наверное, он пропадет потом или нет? Давайте посмотрим. Нет, одна пушка, наверное, у меня будет по-любому. Это что такое? Взять кошку. Взял. Щипчики. Доберитесь до колокольни. Я понял. Такс, трупак. Обыскать, к сожалению, нельзя. А нет, можно. Посмотрите. Кстати, это не бандюга. Это участник или сотрудник, а может быть и солдат. По-всякому. Можно его назвать. Золотого пути. Вот этот чувак. С нашивкой такой. Более подробно мы узнаем об этом золотом пути уже на... Так, лезь. Более подробно узнаем на протяжении прохождения игрушки. Нам все расскажут и все покажут. Непосредственными участниками мы с вами, конечно же, будем. Так, дальше что? Куда идти-то? Ага, используйте кошку, удерживаю. Погнали. Вниз, прыжок, сверху, отпустить. Так, полетели. Все отпустить. Получилось? Да, есть, не упал. Такс, еще мужик лежит. У него есть револьвер, но я, наверное, не буду менять автомат на револьвер. Бабосики взял. Классно, потихонечку у меня деньги накапливаются. Такс. Опять так же. Полетели. Давай. И еще разок. Ух ты, классно. Я долбанный человек-паук. Все, добрались мы с вами до колокольни. Опа. Тихо. Уничтожьте улей, чтобы убить врагов поблизости. А где улей-то? А пчел вижу. Вон улей. Попробуем. Вот так вот. Черт. Его пчелы искусали. Он упал. Наверное, у него аллергия на пчелок. Не знаю. Мне бы, конечно, обыскать бы. Слушай, а тут еще один есть. Тут где-то еще один есть. Как мне его снять? Я бы, конечно, мачете там прошелся. Чтобы не поднимать тревоги. Не вижу. Но красным что-то отмечено. Так. Обыщем. Давайте. Так. Консервы. Ну, консервы. Мне как раз и нужны, да? Нет, лучше денежку. Это что такое? Пейган Мин? Чего? Удалить. Пошел нахер. Пропаганда уничтожена. Один плакат из 150? Пейган Мин.
Чё-то многовато. Может быть, он наверху? Красным. Чё отмечено красным? Я не понимаю. А, колокольня. Поднимайтесь на колокольню. Открывайте карту. Это я все знаю. Кстати, надеюсь, в этой части у меня получится всю карту открыть. Потому что, как вы знаете, кто следил за прохождением третьей части, я открыл только половину. Так, давайте прокачаем наши навыки. У нас есть тигр, у нас есть слон. Что нам он дает? Убийство сверху. Убийство снизу. Убийство метательным ножом. Убийство ради денег. Перезарядка на бегу. Движущая мишень. Внезапный снайпер. А здесь у нас что? Добавляет еще одну чайку здоровья. Вот это вот мы давайте прокачаем. Классно. Улучшенная подготовка. Потом инъектор здоровья уровень 2. Ну, у нас пока что навыков очков, к сожалению, нету. Давайте заберемся наверх, отключим этот радиоприемник. Так, куда мне дальше-то? Вау! Сорвайте агитплакаты Пейгана везде, где найдете. Ясно. Найдем, везде найдем. Такс, ага. Конечно, графика по сравнению с третьим Far Cry просто небо и земля. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Так, погнали. Опа! По маленькой жердочке прошел. Так, такой вроде может быть. Кия нахер. Кия нахер. Класс. Так, проходим. И еще одно. Забираемся. Да, слышите, рупор говорит. Сейчас мы должны его уничтожить. Ух ты, черт, я вниз упал. Да, я упал вниз. О, а тут сундучок есть. Так, 5000 дали. Классно, а что же я его пропустил-то? Еще раз попробуем. Так, дальше куда? Здесь вот пройти, наверное, надо. Вот так вот, есть, получилось. Забираемся выше. Отлично. Никаких лагов, никаких фризов, никаких проседаний у нас нету. Это меня радует. Отлично. Так, ну чё, где этот рупор-то? Забираемся по лестнице. Погнали. Есть, наверху. Готово. Сундучок есть. Сейчас мы его обшмонаем. Обыскать. Ножичек нашел и вырубаем. Давай. Выключай. Вот так вот. Магнитолку подрезал. Колокольня освобождена. 1 из 17. В принципе, а в третьей части, кажется, столько же было. Посмотрим, что нам покажут здесь. А, ферма Прабхара. Местоположение обнаружено. Там плакат, кстати, висел, если вы заметили. Дом старого Иши. Место продолжения обнаружено. И третье место у нас занимает приют Киры. Местоположение также обнаружено. Так, ну что, у нас карта открывается? Да, посмотрите. Класс. Я не могу нарадоваться этой графике. Меня она просто радует. Навыки. Давайте посмотрим еще, что мы можем прокачать. Это, наверное, закрыто, да, пока что? Пока закрыто. Умные гаджеты, жнец. Шкура носорога. Вы получите меньше урона от огня и взрывов. Нормально, кстати. Убийство сверху, убийство снизу. Убийство ножом. Все для этого... А вот. Одно очко. Наготове. А скорость смены оружия и прицеливания увеличивается, то бишь, да? Движущая мишень. Позволяет целиться и стрелять через пистолет во время перемещения тела. Стоимость транспорт может выдержать больше урона. Давайте все-таки, наверное, я возьму шкуру носорога. Пока что. А пропагандистская машина, задание completed. Бесплатно в магазинах, так. Теперь есть пушка у меня, новое действие, открыть карту мира. Давайте откроем. И теперь мы, наверное, можем телепортнуться. Полетели. Обрастайте приманку, чтобы привлечь хищников и посеять хаос среди врагов. Да, загрузка здесь просто шикарная. Очень быстро перемещается. Бабосики. Какую-то книгу взял. Дневник Махана Гейла. Такс, и давайте, наверное, мы с вами продадим все, что надыбали. Разблокировано, окей. Лады, дробовик, снайперская винтовка, еще пушка с основной лук, ПКМ, РПГ, шестерка, штурмовик, скорпион. Очень-очень много оружия открылось. Так, быстрая продажа. Окей, у меня 80 тысяч уже, вы посмотрите. Ха-ха-ха. Класс, купите настроить. Бронежилет давайте купим. Ваша броня достигла максимального уровня защиты, улучшать ее не надо. Понял, электроздоровье. Невозможно приобрести. Вы не можете подобрать больше вещей этого типа. Жетон наемника у меня пока что здесь все закрыто. Пистолеты. Пистолеты разблокированы, оружие. Ну, оружие довольно-таки много разблокировано тоже.
Автомат есть. Так, пока давайте я оставлю все это дело. Хочу на немножко денег подкопить, потом мы с вами прокачаем какое-нибудь оружие. Погнали. Дальше. М, навыки? Еще что ли дали? Что-то странно дают, как быстро. Полученное. А, под действием этого инъектора вы получаете меньше физического урона. Ну, я не знаю, давайте, наверное, подождем еще, чтобы очко одно дали. Куда нам дальше-то идти? Аджай, это Сабал. Ага, здорово. Вижу, ты разобрался с вышкой. Молодец, брат. Теперь мы сможем рассказать людям правду. Так, готово. И появилась у нас буква А. Это Амита. Погнали к этим пупсикам. Вот они. Роднули. Ну, здорово. Я сказал, это не для меня. Что, уметь защищать себя? А, турист. Да, турист. Интурист, причем. Это здорово. Матро. Я понял. Привет. Так. Что ты скажешь мне, роднуля? Слушай, ты прости меня за тот раз. Да ладно. Идет война. Бывает. Мы теряем бойцов, а дел все прибавляется. Помочь? Помочь? Чем? Да. Да-да-да, я тебе помогу. Ну, давай, рассказывай. Сходи на ферму Канан. На ферму? Хозяйка уже стара. Ладно. Надо бы помочь ей избавиться от диких зверей. От диких зверей избавиться? Все должно быть тихо. Я понял. Ты мне даже дашь лук. Да, давай. Колчан. Готово. Лук. Готово. Ну, ладно, роднулька, ради тебя я эти горы сверну. Погнали. А, волчье логово называет эта миссия. Так, познакомьтесь, Канан. Ладно. 350 метров. Но это недалеко. Можно доехать. А, параплан. Пока что я не хочу на нем лететь, не хочу разбиться. Попробуем в следующий раз. Пока давайте проедемся на квадрике. Тоже классная вещь. И очень быстро едет, я вам скажу. Куда-то нам вот сюда вот. Ух ты. Ой-о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 й. Осторожно. Потихонечку, полегонечку мы с вами сейчас до цели все-таки. Я надеюсь, что доедем без эксцессов. Только пистолеты. Что это такое? Только пистолеты. Что значит, познакомьтесь с Канан? Вижу. Так. Черт. Бабулька. Э! Ты куда? Бабулька! Нихера себе! Что это она вскочила с места? И теперь потихоньку туда идет. Эй, бабуля, с тобой все нормально. Хряк валяется дохлый. Бабулька. Эй. Поговорить. Я от Амиты, она сказала... У вас проблемы со зверями. Ау, бабуля. Амита, я понятия не имею, что мне делать. Волки не редкость на ферме Канан. Она уже не один десяток убила. Но в этом году они особенно агрессивны. Логово волков неподалеку. Перебей их всех. Думаю, у Канан найдется что-нибудь, что тебе пригодится. Да, Джай. И шкуры сбери. Пригодятся. О, нашел нычку. В общем, нам нужно завалить волков и снять с них шкуры. Займите удобную позицию. Шкуры тибетских волков. 0 из 2. Стрелы есть. Нифига себе, бабулька. Метательный нож. Читать мой друг Махабир. Не хочу я читать. Это что такое? Тоже какая-то хрень. Ладно, погнали. Так, с аптечкой. У меня полная аптечка, поэтому не берется. Побежали. Займите удобную позицию. Сейчас мы займем. Стоп. Похоже, мне нужно наверх немножко залезть. Что-то я вниз спустился. Да, нам вот сюда. Такое ощущение, что здесь осень. Посмотрите, не все деревья, кстати, зеленые. Опа. Волчара. Так, натягиваем тетиву. На, паскуда. Я хоть попадаю по нему? О, да, попал. Чистое убийство. Дай-ка шкурку. Снять шкуру. Вот так вот. Готово. Одна шкура есть. Погнали дальше. Так, нычка. Нужно не забывать обыскивать. Швейный набор. О, и денежку. Опа. Слышите, волки воют. Где они? Опа. Нажмите Z.
нажал. Это у нас фотоаппарат. Вон они. Волчара. Волчара, позорные. И вот еще один. Ладно. Так, отсюда я не попаду, я вам не снайпер. У меня тем более мало стрел осталось. Такс. Че, можно прыгнуть? Погнали. Уи! Такс. Здесь вот ящичек. По карте вижу, можно обыскать его. Мега чё? Мега прокладка? Чё я нашел? Всплывай. Погнали. Уничтожим это волчье гнездо. Плыви, родной. Костюмчик попортил. Такс. Опа, кто убивал уже их? Стрелы. Бабулька какая-то. Нет, не бабулька, это женщина. Причем бальзаковского возраста. А что он так лежит? Ладно, идем дальше. Вон они. На, волчара. Черт, мимо! Вот поганец, а! Какого хера? Получи, паскуда. Черт, еще один. Хорошо, они вдвоем не напали на меня. Готов. Есть. Обыщем. Давай, 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 снять шкуру. Волка, говорю, обыщем. Под хвост, что ли, мы заглянем? Еще один волк. Такс. Обыскали. Кабан. Нахер мне поросенок. На. Кабана завалил. Дальше что? Разорите волчье логово. Дай-ка кабанчик шкуру твою возьму. А вот, так вот, пригодится. Это кто лежит? Тоже волчара. Сниму. Тоже пригодится. Если ничего из них не сделаю, то продам хотя бы. Ладно, заходим. Еще что-то кто-то валяется. По почке что-то стрельнуть? Да. Готово. Мешок с рисом нашел. Охрененно, сегодня будет отличный просто ужин. Так, куда дальше-то? Вернитесь к Канану. Ладно. Поехали. Уи, летим, летим. Еще волчар, сейчас его собью. На нахер. Я волка сбил. Я волка сбил. Нормально. Пропустил нычку. Ну ладно, давайте. Доедем. До этой бабульки опять. Вперед. Здесь трупаков. До хера валяется животных. О, горный орел. Все, стой, стой, стой. Черт, врезался. Я птицу сбил? Или нет? Ну-ка. Посмотрим. Птичка. Блин. Свалила, зараза. Ах ты сволочь. Да уж. Ладно, погнали к бабульке. Где она? Здесь что ли? Эй, эй, бабуля. Эй, бабуля, вот она. Готово, выполнено. Волчье логово, миссия завершена. Там был кусок со спорной музыкой, так что, ребята, пришлось секунд 20 отрезать. Найди Лонгина. Он свой человек и всегда готов помочь нашим друзьям. Ты сказал Лонгин? Да. Торговец оружием и священник. Можешь себе такое представить? Он немного чокнутый, но в своем деле мастер. Отмечу на карте. Ладно. Лонгин, новая цель появилась, Эл. Да, в общем, небольшой кусок был со спорной музыкой, 20 секунд, ничего страшного, мы просто зашли в этот домик, к этой Канан. Там была Амита, сказала спасибо, все дела, и выпустила со свободной честью назад. Так что ладно, погнали дальше. Так, Лонгин, Лонгин. Надеюсь, таких моментов у нас больше не будет. Такс. Тачка-то есть? Есть. Это что за хрень? Блин, знаете, это как называется? Это называется рикша. Есть велорикша. А есть не велорикша. Пошли нахер. Не хочу на этом ехать. Нам далеко вообще добираться до него? Кабанчики. Может быть, мы сократим наш путь? А что такое там? Мужик какой-то. Птичка. Блин, опять промазал. Их вообще реально завалить? А это кто? Не дадите немножечко денег. Чего тебе денег? Сам бомжа. Денег тебе еще. Погнали к Лонгину. Так, у меня навыки появились. Изготовление. Я что-то могу сделать. Кобура. Есть, готово. Так, можно носить пистолет и еще одно оружие. Так, теперь у меня есть два ствола. То бишь, я могу два ствола с собой таскать. А, навыки. Очко-то мне дали, правильно? А, стоимость 2. Стоимость 1. А у меня всего лишь одно очко. Ладно, оставляем пока что.
Такс. Вау. Охренеть. Вы посмотрите, как по лесу бегать. Просто чума. О! Кто здесь? А у меня разве нету оружия? Слушай, у меня нету оружия. Стой, паскуда. Не понял. Нужно получше тетиву натянуть. Ты что, бешеный кабан, что ли? На-ка. Давай. Вот так вот, готово. Сейчас мы их снимем. И возьмем себе. Так, шкура кабана есть. Еще раз. Так, шкура кабана готова. Так, погнали, ладно. Мы отвлеклись от темы. Не очень быстро он бежит, к сожалению. Слушай, а мы не можем туда телепортироваться? А, где эта точка? Ух ты, как далеко. Давайте, знаете как? Переместимся сюда. И сейчас полетим на параплане. В эту точку. Такс. Нужно пушку взять. Давайте одну пушку все-таки возьмем. Продать. Пока ничего продавать не буду. Назад. Там у меня шкура есть. Купить и настроить бронежилет. Невозможно. Оружие. АК есть. Есть STG. ПКМ. Дальше. Закрыто. Дробовик тоже закрыт. Ага, охотничий лук еще есть. Так, урон. Урон. Ну, пока самая крутая пушка, это, наверное, вот это вот. А 38 тысяч стоит. Давайте ее купим. Купить. А, максимум доступных модификаций. Да, давай. И можно еще модификации сделать, в принципе. Так, куда мы ее положим? Вот сюда давайте. Только для пистолетов. Тогда вот сюда вот. Да. А, модификация. Выбрать. А, купить. А, недостаточно, да, денег. Да, к сожалению, денег пока не осталось. Ну да ладно, подзаработаем, в принципе. И купим. Такс, выходим отсюда. Погнали к Лонгину. А где здесь параплан-то был? Хотел на нем полетать. Где-то вон там он. Вон он должен там он быть, в том месте. Сейчас мы... Вот он, да, действительно. Ну что, погнали на параплане. Надеюсь, я не разобьюсь с первого раза. Так, забираемся сюда. Погнали. Такс. Вперед. О, класс. Ну просто отлично, слушайте. Просто отлично. Почему у меня значок изготовления? Что-то могу сделать? Сумка с патронами и комплект инъекторов. Давайте сделаем. Готово. Тоже сделал. Отлично. Все, вперед. Опять горит. Изготовление. А что еще могу сделать? Инъектор. О, я могу еще сделать, слушайте, вот так вот. Колчан для стрел сделал. И навыки. Ну, навыки. Пока оставим. Одну очку всего лишь там. Летим, летим. Посмотрите направо. Вы видите горный массив. Посмотрите налево. Вы тоже видите горный массив. И посреди этих гор мы с вами летим на параплане. Так, кажется, вечереет. Или это из-за высоты гор солнце до нас не доходит. Так, нам нужно вниз спускаться. Давайте спускаться вниз, иначе мы пролетим. Что-то я прям закайфовал от этой природы. Вниз, 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 вниз. Вниз, я сказал. Ага, вот так вот. Так. Давай. Надеюсь, здесь есть парашют. Или что-то в этом роде. Так, так, как мне спуститься и не разбиться? Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Высоко. 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 Е-е-е-е-е-е-е. Покинуть транспорт. Твою мать, как всегда разбился. Ёж в своем репертуаре. Ну да ладно. Одна ячейка здоровья исчезла у нас. Пофиг. Вот такая у нас пушка. Скоро, я думаю, мы все-таки испытаем ее. Патроны. 90 патронов у нас к ней есть. Воу. Кто здесь стреляет? Ага, здесь полигон. Понятно. Так, ящичек. Обыщем. Бабусики нужны. Еще что есть? Еще есть ящички. Еще обыщем. Парни, вы меня не зацепите? Чего? А чё это они? Чё за... Чё делают? Не понял. Птицу стреляют. Охренеть. И вот еще один ящик есть. Отлично, все, давайте зайдем теперь сюда. Вроде все пошмонал. Заходим.
Посмотрим, кто здесь живет у нас. Брат мой. Здорово. А я... Аджай. Ты Аджай? Да. Аджай. Это моя церковь. Особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Ой-ой-ой, философ. Спаситель! Без зуба причем, без одного наш зуба. Спаситель вернулся к нам в облике льва, воина. И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение. Он вернется в образе льва, да? А льву? Ну и губище. Бананов, наверное, много что ел. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Не-не-не, мужик, у меня круче пушка есть. Круче калаша. По крайней мере, по урону. Может? Притчи. 19.11. Не, ну это не серьезный пистолет. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Хотя на халяву я бы все взял. Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи Пайгана Мина, который умолкнет, ты получишь награду. Дерзай. На все воля Божья. Ладно. Упоротый оружейный барон. Держи. О, ну на халяву дал морковку. Буду называть эту пушку морковкой. Чего? Сабал, в чем дело? Враг наступает. Лучше не лезьте так. И сказал он им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Да, да. Короче, на Бонапур напали, как я понял. Ладно. А в магазинах теперь можно покупать боеприпасы. А отчет времени у нас пошел. Мне нужна машина. Так, квадрик тоже сойдет. Садимся. Погнали. В общем, на Бонапур напали. Поехали спасать всех местных жителей. Вперед. Вот так вот. О, как быстро я могу ехать, вы посмотрите. Главное, в дерево не впилиться, иначе останутся от ежика только рожки и ножки. Старое доброе время. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее... Это кто, Пейган говорит? ...жизни. У нас были планы на будущее. Не только наши, но и всего Керата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять. Ой-ой-ой-ой, вы смотрите. Охренеть, пошел нахер. В руинах. Не дай ей разрушить и тебя. И Швари огорчилась бы. Да, все-таки это Пейган Мин звонит, а нам на нервы капает. Пошел ты, мужик, пошел ты. Ну ничего, я думаю, мы с ним справимся вместе с вами, народ. Так, осталось у нас буквально 200 метров, и мы сейчас доедем до Бонапура, который, как сообщил Сабал, атаковали. Так, почти на месте. Ух ты, там уже что-то горит. Стоп, не проеду там. Тормози. Выходим. Ну что, погнали, пушка у меня есть. Сабал тоже, здесь, охренеть. Сабал. Помощь нужна? Сейчас, не слови пулю, спасай кого сможешь. Я понял. Скоро приведу подмогу. Освободите деревню от солдат армии короля. А король так называемый Пейган Мин. Считает себя королем этой страны. Ну, у него и валюта есть, видели, когда мы у него сидели в гостях. Там у него есть валюта с нерисованным изображением. Такс. Ну чё, мужик? Готов. Дальше. Не понял, ты чё, вертушка что ли летает? Так, я спас тебя. Ух ты, не понял. Куда, куда, паскуда? Где они? Там, кстати, кто-то кидается. Чёрт. Кто-то кидается коктейлем Молотова. Зараза. Так, перезаряжайся. Действительно, на бегу я пока не могу перезаряжаться. Нужно будет прокачать этот навык. Он очень нужный.
Где эти сволочи? Паскуда. А, это же мирный житель, чуть не завалил. Где они? Вон они. Загорелся. Загорелся. Он загорелся. И на меня бежит. Черт, быстрее перезарядка. Ну сдохни ты, ублюдочный. Готово. Так. Отчет времени у нас исчез. Это хорошо. Нихера себе, тут что кинул? Домовуха, что ли? Не понял. Так, 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 это кто у меня палец в винтовке? Паскуда. Получи. Так, надо калаш отжать. У меня патроны кончаются. Черт. Эта пушка... Эта пушка слишком маловата для такого боя. Нет, нет, нет. Сейчас не время обыскивать. Мне нужен калаш. Мне нужен калаш. Где он? Твою мать. Калаш, что ли, исчез? Какого хера? Ладно, морковка. Морковка, на помощь. Нормально. Нормально, почти попал. Что-то я растерялся. Событие набирает оборот. Готово. Так, это дробаш. Дробаш я не хочу. Так. Обыскать. Давайте обыщем. Я хочу калашик. Хотя патроны мне на эту пушку тоже даются. Перезарядимся. Тоже обыскиваем. Готово. Вперед. Бежим дальше. Так, куда мне идти? Загорелся. Лежать, я сказал. Или я тихо сказал. Поднимаемся дальше. Опа, патроны. Отлично, боеприпасы взял. Отлично. Теперь я со своей пушкой порядок здесь наведу. Снайперские патрончики, но они мне не нужны, в принципе. Так. Куда ты? Ух ты, попал у меня все-таки, паскуда. А, нихера себе! Стоп! Это боеприпасы что ли за... Это боеприпасы взорвались! Это боеприпасы взорвались! Охренеть! Черт! Давайте вернемся, посмотрим. Да. Стоп, я опять горю. Инъектор. Пригодится. Ах ты, паскуда, а? Так, сюда нужен прицел нормальный, иначе этот не пойдет. Где еще? Где он? Вот он. Отдыхай. Готово. Расправься с подкреплением. А где подкрепление? Где подкрепление? Это вертушка. Черт, обыскать. Обыскали. И здесь надо обыскать. Быстрее, 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 пока народ не спустил с вертухи. Вон они. Вертушку я, наверное, навряд ли собью. Не-а, не собью. Ладно, будем расправляться с подкреплением. Посмотрите, здесь трава даже сгорела. Стоять! Стоять и бояться! Ёж вышел на тропу войны. Чё, паскуда? Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Так, получи. Детка. Моя конфетка. Обыскать. Ложка с вилкой. Отлично. Будем ужинать. Идем дальше. Он еще, наверное, раз высадит народ. Опа, это свои. Где он? Готово. Готово, готово, готово. Черт, здесь баллоны с газом. Обыскать. Готово, есть. Черт, опять загорелся. Они идут к общине Пука. Там осталась Бхадра. Аджай, спаси ее. А, помогите Бхадре. Где она? Черт, похоже, она в доме сидит, и он горит, этот дом. В смысле, это воин? Гори, паскуда. Черт, на меня бежит. Валим. Валим, 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 валим. Перезарядка. Все, он упал. Почему здесь баллон с газом раскидан повсюду? Не понимаю. Тихо, 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 тихо. Куда идти? Сюда вот, наверное. Давай, найдите вход в здание. Сейчас мы его найдем. Дальше. Куда, черт? Найдите Бхадру. А вот дырка есть. Не понимаю, где она. Внизу, наверное, где-то. Вот она. Нашли, все. Заставка. Поднимай ее. Жалко, это не Амита. Так. Вытаскиваем. Давай, 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 давай. Опа, есть. Получилось. Вроде выжили. Не понял. В глазах, что ли, двоится? Я в порядке. Сабал? Она может подарить народу надежду. Амита?
Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Ладно. Спасибо. Да пожалуйста, обращайтесь. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Нормально все. Ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Аванпост взяли, в общем, все-таки. Солдаты Пейгана Мина успели кого-то захватить. А вернуть отправителю задание выполнено. Только посмотрите. Злодейством Пейгана нет ни конца, ни края. Так, у нас миссия появится другая. Или как? Пока ничего нету. А путеводитель Керат Короля Мина можно найти в меню трофеев. Понял. Ага, рация. Надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Ладно, брат, доберитесь до горной деревушки. А спасать заложников мы будем в следующей части нашего прохождения Far Cry 4. Пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, поддерживайте, как всегда, прохождение Far Cry 4. С вами был Турбо Ёжик. Пока.